Новогодний подарок для жителей Старой Вичуги. В многоквартирный дом в конце декабря 2016-го переехали 48 человек. Губернатор Павел Коньков оценил качество жилья, построенного по программе переселения. У Елены Мухиной, владелицы двухкомнатной квартиры на первом этаже, претензий пока нет. Дом теплый, заехали сразу же. Ничего переделать не стали. У меня здесь живет дочка, ей комфортно, и нам нравится. Если мы бы получили здесь, мы сразу бы привыкли, потому что соседи те же все. И нам очень здесь понравилось. А квартиры вообще замечательные. Пока без сюрпризов. Губернатор отметил, что у квартир неплохая планировка. Комната изолирована, санузел раздельный. Из претензий лишь огрехи в отделке. У двери, например, не скрыты шурупы. По правилам все должно быть засверлено. Здесь заклеено должно быть. Да, и должно быть заклеено поверху. А все притолоки стоят, так сказать, все косяки вот таким вот образом. Оно, конечно, наверное, ничего особенного, но ведь... Это культура. Это культура. Я постоянно, когда приезжаю на эти дома, я строителей тыкаю носом в мелочи, да? Потому что вот здесь вот на входе крепили похожий дюбель, мы откололи часть отделки. И никто при этом ее, так сказать, не заделал. Мне совершенно не нравится, что у нас все косяки крепятся шурупами, которые снаружи, которые не заделываются. Хотя положено засверлить, так сказать, отверстие, запоклевать, заклеить сверху. Также губернатор напомнил руководству района, что работы по переселению можно будет считать завершенными только после благоустройства территории вокруг нового дома. И сделать это нужно в ближайшее лето. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Вичугский район.